Привет, интернет, с вами Илья, это наш игродень и новый топ-5 игрушек на Android и iOS за последнее время. В общем, сегодня я подготовил пятерочку игрушек для вас, так что вам точно будет во что поиграть. Также, пользуясь случаем, я хочу поздравить всю мужскую, так скажем, половину подписчиков моего канала с 23 февраля. В общем, мужики, вас с праздником. Ну и, в общем-то, игрушки классные для вас подобрал, так что не теряем время и давайте начнем. Поехали! И начнем мы сегодня с игрушки Modern Warships. Это офигенная игра, которая недавно вышла и теперь постоянно обновляется. Так что, ребята, подключайтесь. Мощнейшие боевые корабли современности ждут вашего командования. Так что залетаем в игру. Сражаемся онлайн с другими игроками и просто стараемся привести свою команду к победе. Здесь вам предстоит стать настоящим капитаном самого настоящего боевого корабля. Вся военная техника сделана на основе своих настоящих прототипов. Так что играть весьма интересно, да и вообще игрушка реалистичная. Здесь вы сможете атаковать противников с помощью десятков видов палубных пушек, ракетных установок, а также поднять в бой авиацию. Так что, ребята, подключаемся. Идем далее, следующая игра — это Death Dealers, снайперская игрушка для наших мобилок. Игра выглядит очень круто, здесь действительно классная графика, яркая, сочная, так что тоже стоит попробовать. Здесь мы можем сдерживать дыхание, прятаться за укрытием и всаживать свинец в голову нашего противника. В общем, тут мы спавнимся с игроками на солнечной локации и далее стараемся всех загасить. У персонажа будут трястись руки, поэтому вдаль стрелять будет крайне тяжело. Также нам помогает зум, который здесь практически 10-кратный, так что тоже его используем. Короче, если вы промахнетесь, то вам не сдобровать, так что лучше хорошо целиться. Супер Шторм — еще одна крутая новинка для Android. Эта игра явно вдохновлена популярной игрушкой Пол это лава, ведь повсюду здесь лава и другие опасности. Все действие происходит от первого лица, ну а графика тут весьма тоже классная, качественная, да и препятствий очень много. На локации слышен звук сирены, хотя это опять же не самое страшное, с чем вам тут придется столкнуться. Игрушка шикарная, тут вас ждет смертельные ловушки, различные платформы, батуты, динозавры и все в этом духе, так что подключаем реакцию и точность на максимум, и стараемся все это дело пройти. Pump It BMX Flow — приятная мобильная игра. Здесь, в принципе, есть все, что любят фанаты такого жанра, именно различные преграды, трюки, рекорды, испытания и так далее. Мы будем проходить уровень за уровнем, открывая новые треки, а также BMX велосипеды. Таблица рекордов обновляется каждый день, поэтому соревнование за первое место точно не будет утихать. С тем, в общем-то, связаны ежедневные испытания, уникальный уровень, который генерируется также каждый день. Netmarble поделилась примерной датой выхода игрушки Marvel Future Revolution. В этой игре будут разделены, в общем-то, герои на классы и уже известны первые 4 героя, а именно Человек-паук, Капитан Америка, Доктор Стрэндж, а также Капитан Марвел. Также стоит определенно ждать кастомизации персонажей и очень даже качественную графику. Глобальный релиз проекта состоится на iOS и Android уже во втором квартале 2021 года. Так, ну и закончим сегодняшнюю нашу подборочку крутой рекомендацией. Я советую попробовать мобильный самп, а именно сервер Mordor Roleplay. Здесь тебя ждет постоянно крутой онлайн, море миссий, квестов, зданий, тачек и возможностей. Так что бери любую роль в этом огромном мире, развивай своего героя и становись самым крутым на сервере. Короче, ребята, подключайтесь тоже к нам. Так, ну что, ребят, на этом наш топ заканчивается. Как обычно, жду от вас лайки, комментарии, а также подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так будем заканчивать на сегодня и скоро вновь увидимся, так что будем на связи. До встречи. Пока.